Желтая зона, жопка один. Предчувствие не подвело меня. Ты блестяще справился с заданием. Я лично следил за ходом этой операции, и сейчас я даю тебе почетное право начать третью войну за Тиберии. Войну всех войн. Вперед, сын мой. Нажми на кнопку. Впиши свое имя в историю кровью наших врагов. Нажми на кнопку, получишь результат. Пришли в движение. Судьба Земли в наших руках. Ну кто так говорит, маховики? Я понимаю, шестеренки. Это только начало. Силы братства охватят планету подобно пожару. Ни одна синяя зона не укроется от нашего гнева. Но ты... Ты, сын мой, тебе уготована особая судьба. Ты должен захватить северо-восточную синюю зону. Секретное подразделение уже ждет твоего приказа, и не щади ГСБ. Они того не заслужили. Вечно бы на это смотрел. Это тебе не порнух, что ты не здесь сейчас смотреть. Пришла пора показать ГСБ, на что мы способны. Настало время священной войны. Цели у тебя две. Авиабаза Эндрюс и Белый дом. Черт, да я полжизни бы отдал, чтобы самому в этом поучаствовать. Ладно. Авиабаза и их поддержка с воздуха в этом регионе. Разберешься с ней, можно не беспокоиться насчет всякого дерьма с неба. Белый дом — это ерунда. Высшим командованием там никогда и не пахло. Но если его взорвать первым, выйдет неплохой отвлекающий маневр. Выбор за тобой. Проблем быть не должно. Покажи им, что такое братство. Сейчас покажем. 9 минут, 1 секунда. И то первую миссию выполнил не до конца. Итак, перед нами уже знакомый участок карты. Уничтожьте авиабазу Эндрю, чтобы лишить войска ГСБ поддержки с воздуха, либо захватите Белый дом, чтобы... подорвать боевой дух ГСБ. Я думаю, с авиабаз начнем. Ладно, давай к делу. Перед нами важнейшая задача. Эндрюс – последняя авиабаза ГСБ в этом регионе. Захватим ее, считай, возьмем их за яйца. Сопротивляться они не смогут. Короче говоря, возьми теней, незаметно проберись на базу и захвати их врасплох. Эти алые крылья, по-моему, вообще невозможно не заметить в синем, черном, белом небе. Так что как я врасплох буду составать, я не знаю. Противник. Поступило сообщение. В северной части у ГСБ есть две авиабазы. Перед вами стоит задача уничтожить их. Мы ищем авиабазы. Окей. У нас тут пару багги. Работа есть, инженер. Работа. Что нам нужно, захватить их? Уничтожьте два аэродрома на задворках.
авиабазы. Трык-тык-тык. Ладно. Понял. Обнаружен. Найдем, убьем. Инженера прибережем. Обновлены. Поступило сообщение. Рядом находится застава ГСБ. Уничтожьте ее вместе с войсками противника, и мы построим базу. Объект атакует. Хорошо. На абордаж! Сядьте! Давай, давай! Делаю это быстрее, а то они опять сейчас наклепают. Когда уже там повышение? Я хочу мародеров уже в первой миссии. Это было бы здорово. Склад ГСМ. Давай, давай, не отвлекайся. Ну что это такое? Как так можно? Ух вы гады, а? Реально начинают опять плеваться пехотой. Сколько у вас там помещается? Они что, таджики что ли? По 150 тысяч человек в одной комнате живут. Посмотрите, здание маленькое, уже оттуда вылезло человек 100. Командир, подкрепление на подходе. Вперед! Двигай! Пошел! Уходим в рейд! Быстро! Ну и где это подкрепление? Обнаружен противник. О! Весомо, весьма весомо. Давайте посмотрим, что мы сможем сделать. А ресурс откуда? Здесь нет ни гроша Тиберия. Где-то должна быть, наверное, башня с бесконечными ресурсами. Но я ее не вижу. Зачем нам инженер? А, вот она. Понятно. У меня кое-что есть. Пошел. Значит, мы должны уложиться. Пошел. Что нам с этим делать? Поступили сообщение. Пошел. Вход на авиабазу хорошо защищен. Уничтожьте источник энергии оборонного периметра. Он расположен на утесе. Надо задействовать теней и их глайдеры. Командир, тени прибыли и помогут нам прорвать оборону. Да хоть порвать, давайте их быстрее сюда. Иначе от меня мало что останется. Тени на глайдерах могут прорвать их оборону. Мы парим. Мы парим. Без следа. Веселые ребята, надо заметить. А, вот здесь. Только сначала нужно эту башенку вывести из строя, тогда уже думать. Так, садитесь, а почему вы не садитесь? А на левую кнопку вам надо. Черт с два, запомни, что там нажимать. Убить их. Это зараза. Мы бьем из тени. Убили мне теней. Нормально вообще? Мы крылья братства. Так. Сейчас рванет. Задание выполнено. Готовься. Еще один труп. Должны справиться, по идее. Они специально тень противопехотные. Входим, входим. Еще и в здание умеет садиться. Молодцы. Надо прекратить атаки с воздуха. Повышение. Ололололо, а здесь пехота оказывается. Чем еще. Это будет стильно. Новое задание. В атаку! Давай, давай! Только не инженера, только не инженера. Я, конечно, могу построить еще, но мне как-то неохота. Только захвачено. Идет ремонт. Подготовка. Объект потерян. Идет ремонт. Они сбрасывают десант на базу. Когда в путь? Так, что у нас? Ракетометчики. Когда в путь? Ракеты что надо? Пехота. Когда в путь? В
фанатики, это ладно, черт с ними. Они какие-то слишком дикие на фотке, я их боюсь. Что еще? Может быть, что-то исследовать можно. Вот. Инъекции Тиберия. Боевики и фанатики получают доступ к инъекции Тиберия, увеличивая скорость перемещения и запас здоровья. Например. Наставник. Боевики получают командир наставника. Рост болевой эффективности отряда, применение газовых гранат. Тоже интересно, так что выучим. Ракета, что надо. Подготовка. У меня кое-что есть. Ракета, что надо. Ну, я думаю, такого количества куда хватит надо, с лихвой. Когда в путь? Здесь второе задание. Когда в путь? Найдем, убьем. Когда в путь? Готов. Как они все-таки, блин, путаются между собой. Когда объект здесь? Где они? Объект потерян. Недостаточно сил. Зачем-то? Ага, БТР. БТР это нехорошо. О, куча мы ящиков. Мы не можем позволить себе потерять эту базу. Уничтожь диспетчерский пункт, тогда их касатки и транспортники останутся на земле. Где этот диспетчерский пункт? Воздушные удары ГСБ координируются с диспетчерского пункта. Уничтожьте его. Слабенько охраняете. Выходим! Это будет стильно. Повышение. Пошел! Давай, давай! Минус БТРы, минус БТРы, так. Можно еще инженеров построить парочку. Следующий. У меня кое-что есть. Налетай. Чёртовы уроды. Ну, что-то их слишком маловато, чтобы меня остановить, мне кажется. Давай поднажми. А ты че не садишься? Тебя же больше никто не координирует. Здесь займемся пока инженерами. Да мне уже нафиг не нужны все ваши мотоциклы или другая фигня. У меня куча этих долбанных гранатометчиков, мне больше ничего особо не нужно. Так, можно вызвать красных теней. Готов. Легкая добыча. А как тебе вот это? В атаку. Здесь какая-то с ПВО еще есть, надо же. Я даже не заметил. Сначала уничтожим казармы. Мы захватим эту фигню. Постройка захвачена. Задание. Без пощады. Давай поднажми. Уничтожаем все и вся. Зачем нам что-то оставлять? Ну, может, пару скутеров построить, конечно. Без пощады. У меня такие пробитые БТРы, что как-то страшновато за их целостность. Ну да, они еще еле живые. Давай, давай. Всегда. Ни черта не устаивают против огня. Маленький запас здоровья дает себе знать. Но они, блин, и вылупляются со скоростью. Мухи цикадыки. А если вот так, я правда не знаю, с какой скоростью она вылуплялась, но я думаю, его быстро. Давайте без этого. Гранатометчики атакуют пехоту, а пулеметные войска атакуют тяжелые укрепления. Вот это интеллея. Вот это я понимаю. Всем на зависть.
попались! С один гранатометчик всех убьет. Объект атакуется.